Это как раз мы пришли в Черепаховую бухту, район Витязь. Там какие-то люди уже отдыхают, а мы сейчас устроим спуск на этот пляжик. Как, правда, подниматься будем, это другой момент. И бухта малоизвестная. Людей здесь фактически нет. Ну сколько там? Молодежи человек 5 и взрослых парочка. Так что вот такая вам красота в Приморском крае. Никакие Сочи, никакой Крым по факту и не нужен. Чистейшее лазурное море. И может, кстати, мы сегодня отобедаем ежами. Потому что ежей вижу, если их отсюда местные не повыбрали, тогда отобедаем ежиками.